OMTV.ua про головне. Все показывает и указывает на тот факт, что на сегодняшний день оставлять Курскую область и отходить оттуда Киев не намерен. Российский пропагандист неожиданно заявил, что СВО уже не выгодно России, потому что если Россия захватит всю Украину, то Запад их точно уничтожит. И никто на Западе это просто так не оставит. И чем больше будет территория России, тем больше будет прилетов по всем российским городам. Ну, ты знаешь, я сегодня очень долго думал о том, что, собственно, станет концом. Ведь когда мы говорим денацификация, демилитаризация, собственно, когда будет конец не СВО, а того, что происходит между, ну, давай так назовем это, двумя цивилизациями, на самом деле их гораздо больше. Но вот если мы займем Киев или всю Украину, это остановит вот этот разлом цивилизации? Нет, не остановит. Нас никто не оставит. Покой. Нет, я не буду сейчас говорить про тебя, даже не думаю. Я просто очень долго размышлял сегодня ночью, а, собственно, ну, что станет концом? Ну, да, мы можем достигнуть демилитаризации, если мы займем всю Украину, разоружим армию и так далее. Мы демилитаризуем Украину, мы не убьем эту нечисть, потому что она останется в некоторых наших западных партнеров, которые даже если произносят речи совсем, как им кажется, не фашистские, они жаждут только одного – уничтожения России. И если мы займем всю Украину, допустим, мы для них станем только гораздо более желаемой целью. Они не смирятся с этим никогда. Они будут хотеть нас уничтожить и будут пытаться нас уничтожить. Это будет продолжаться очень долго. И как сделать так, чтобы не прилетало по нашим городам, я пока не знаю. Потому что чем дольше мы будем отодвигать, чем больше будет становиться наша территория, тем, во-первых, по нам все-таки будут продолжать долбить уже, может быть, не украинцы, а ближайшие соседи. И это будет объявляться не войной НАТО, а войной, допустим, Польши, Литвы, как угодно. Под этим видом нас будут атаковать. И второе, конечно же, мы не знаем, вот как перейти к спокойствию без каких-то перехода к очень горячей стадии конфликта. Российский пропагандист в прямом эфире заявил, что не верит в слова командира кадыровских войск Абти Алаудинова о том, что СВО закончится через 2-3 месяца. Интересное заявление, странное при этом, которое хочется верить. Но вот как-то не совсем, конечно, получается. Что-то мешает внутри. Специальная военная операция закончится через 2-3 месяца. Это заявление сделал главный в Ахмате, командир спецназа Ахмат, если быть точнее, генерал-майор Абти Алаудинов. Вчера он подчеркнул, что ситуация находится под контролем вооруженных сил России. Но 2-3 месяца, и главное, вопрос-то остается, а что через 2-3 месяца? Ну, 3 берем, 4 даже, да? До Нового года, так вот расширим. Что произойдет? Хорошо, мы выдавим противника из Курского региона. Выдавим, окружим или уничтожим. Кстати, есть много нареканий вот этой формулировки «выдавим». Не выдавливать надо противника, а уничтожить. Ну, хорошо. Уничтожим, выдавим. Собственно, не так важно, я не военный эксперт, не будем придираться к словам. Выдавим или уничтожим, еще раз повторюсь, совершенно неважно. Из Курского региона. Дальше, что, согласитесь, до Киева еще далеко. С какого перепуга киевский режим прямо сейчас возьмет и сдастся, допустим, капитулирует. Ну вот что должно произойти через 2-3 месяца? Ну вот, к сожалению, Абти Алаудинов не поясняет. Є вже з нами Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава. Слухайте, ви могли б в 90-х подумати, що Таїсія Повалі виявиться ось такою зрадницею? Я би міг. Знаєте, між можливостями і реальністю один крок, на жаль. Це правда. Ну, тобто, я би ніколи би не міг повірити, наприклад, в 90-х, що Назарій Яремчук, якби би дожив би до наших днів, якби не хвороба підступна, він би, наприклад, поїхав в Москву і сказав би, що він підтримує СВО і голосував би за президента Путіна. Я би таке ніколи собі не уявив і такого би ніколи не сталося. А Таїсія Повалій, not surprised. Окей. А син Чорновола?
Власне, власне. Просто ті люди, яких тоді часом недооцінювали, а тепер фільми знімаємо про них посмертно, знаєте. А от то все, той весь намол, той, та все, те все шумовиння, воно таким і виявилося. Давайте трошки поговоримо про те, що відбувається зараз на Курщині. Сирський дав інтерв'ю CNN і сказав, що це була успішна операція. Які зараз там події? Тобто українські війська приходять до оборони, але чи вже це означає, що цей плацдарм не буде розширюватися? Вони не переходять до оборони. Там сказано, що вони закріпляють в позиціях. Взагалі цей переклад англійський, який був його слів, там багато нюансів, по суті, як, знаєте, сказано, в недоконаній формі. Ну, будемо вважати, що це особливості перекладу. В будь-якому випадку Курщина, я вважаю, не завершена, однозначно. І взагалі питання стоїть в тому, чи Курщина і є стратегічний основний задум, власне, входу Збройних сил на територію Росії. Як для мене, стратегічний задум – це показати, що Росія не всесильна. Стратегічний задум – це показати, що всі теорії, всі теоретичні статті, всі заяви теоретиків всього світу про те, що якщо зайти на територію ядерної держави, це обов'язково перетворення на якусь там ядерну війну, чи це обов'язково гарантуватиме ескалації з нанесенням ударів ядерної зброї. Ну, одним словом, все крутилося навколо того, що країна, яка має ядерну зброю, може бути безкомпромісним агресором будь-де, і за це нічого не буде. Але якщо буде симетрична відповідь для неї, то обов'язково весь світ спалахне. Як бачимо, Путін навпаки якось був розгублений, навпаки вони декілька тижнів не знали, що з тим робити. Потім прийняли вольове путінсько-філософське рішення применшити, а потім і взагалі, наскільки це можливо, витіснити з інфопростору питання Курщини, питання проблеми їхніх біженців, проблеми питання захисту чи підтримки їхньої території на тому напрямку і так далі. І бачимо станом на сьогодні, насправді Збройні сили мають ще просування на Курській області, це вже більше 1300 Жозепу Барелю, который снова ради мира в Европе призвал страны НАТО разрешить Киеву бить по целям в глубине России. У спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который, если помните, выступил в разрез с линией своей партии и разблокировал пакет на 60 миллиардов долларов для Украины. Есть ли какие-то изменения в оккупированной части нашей Курской области? К сожалению, на Курском направлении обстановка по-прежнему остается серьезно сложной, тяжелой, напряженной. Враг продолжает предпринимать попытки своего продвижения в Глушковском и Кореневском районе, задействуя для этого большие силы личного состава, которые у него имеются.